флоксы – настоящие украшения позднелетнего сада. Они цветут вплоть до заморозков. Некоторые сорта держатся до октября. Известно два основных вида, которые используются для озеленения. Это флокс метельчатый, позднецветущая культура, и флокс шиловидный, почвопокровное растение. В это время пришла пора размножать флоксы черенкованием. Если вам есть необходимость получить большое количество посадочного материала, можно провести зеленое черенкование. Для этого срезаются молодые побеги флоксов. Обычно это происходит в начале цветения. Нарезаются черенки, содержащие примерно 2 узла. Делаются срезы, удаляется часть листьев и высаживаются парники. Примерно к концу августа происходит укоренение черенков, а рассаживать их по горшочкам, либо же на постоянные места, следует уже весной, когда они перезимуют. Лучше всего для черенкования подходят молодые, неодревесневшие побеги, на которых уже есть цветы. Верхняя часть не используется, ее просто срезают. Флоксы можно размножать не только черенкованием, но и делением куста. Делают это в конце августа.